К другим темам. Бюджет Саратовской области теряет 3 миллиарда рублей из-за нелегальной занятости. Такие данные озвучил губернатор на встрече с активом профсоюзных организаций региона. Главу засыпали вопросами представители бюджетной сферы. Например, педагогов беспокоит перспектива снижения зарплаты и отмена стимулирующих выплат. Профильные чиновники ответили, что бояться не нужно и уровень оплаты останется прежним. Слово также взяла министр культуры региона Светлана Краснощекова. Глава ведомства заявила, что продолжается оптимизация учреждений культуры региона, потому в некоторых селах будут закрыты дворцы культуры. Ну а губернатор области рассказал о проблеме нелегального трудоустройства. Перед чиновниками сегодня стоит задача вывести из теневой занятости 100 тысяч человек, хотя реальное число тех, кто трудится нелегально, в несколько раз выше. Глава региона обратился за помощью к представителям профсоюзов, чтобы они чаще проводили разъяснительную работу. Здесь наши главные помощники, потому что полномочия влияют как на размер заработной платы, так и на ситуацию с нелегальными зарплатами. Профсоюзы, имея в своих рядах не только ответственные, но и высокопрофессиональные специалисты, должны формулировать свои требования, исходя из реальной ситуации в экономике и возможностей бюджетной системы.